Корицы тюльпана Хеормотадж высаживают осенью на глубину 15 см при температуре почвы не выше 9-10 градусов на расстоянии друг от друга 10-15 см. Участок подбирают с легкой, песчаной почвой. Луковицы тюльпана Хеормотадж одинаково хорошо растут на солнце и в полутени. Место посадки рекомендуют менять каждые 4-5 лет. Этот сорт характеризуется высокими, до 50-60 см, и очень прочными цветоносами. Цветение в апреле и мае. Цветок крупный, в форме бокала, в высоту до 10 см и в диаметре 6-8, ярко-оранжевой окраски с бордовой вставкой у основания с внешней стороны лепестка. Тюльпан Триумф Хеормотадж это травянистый высотой 40-50 см, диаметром 15 см. Цветет растение в месяц май-апрель. Окраска цветка оранжевая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8 см. Весной листва по цвету зеленые. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.